юности свои первые строки Валентина посвящала учителям, подругам. Повзрослев, выступала в ансамбле, где стала сочинять не только стихотворения, но и песни. Еще в молодости она начала писать о родных краях и живописных уголках. Хотя Валентина Ивановна родом из Макеевки, приехав однажды в Красноармейск, она сразу полюбила этот тихий, спокойный, уютный городок. Маленький, тихий городишко по сравнению с Макеевкой, огромным городом. Конечно, так уютный. Мне он понравился сразу. Вообще, я всегда стремилась в село. Город труда, город огней, город любви моей, мой Красноармейск. Лирические строки есть и о поселке Удачное, ведь здесь уже долгие годы живет поэтесса. Валентина Ивановна признается, что писать стихи всегда было и остается ее любимым хобби. Это, вы знаете, давало мне, может быть, возможность отвлекаться от всех вот этих неурядиц домашних, бытовых. Вот. У меня огород был на самом краю Удачное, я 40 минут иду и сочиняю. Или когда работала в школе, тоже пешком приходилось часто идти. Всегда беспокоила и не оставляла равнодушной женщину и тема Великой Отечественной войны. Снова нас память уводит в прошлое, в годы израненные войной. Гибли солдаты, что были хорошими, верными родине мы с тобой, верными родине мы с тобой. Хочется крикнуть всем людям планеты, хватит душить друг друга огнем. Мы ведь одним с вами солнцем согретым, дружбы дорогой давайте пойдем, дружбы дорогой давайте пойдем. Валентина Ивановна всегда любила свой родной край и желает ему только мира и благополучия. Коли ж прийде щаслива година для моєї милої країни, щоб могли ми пишатися нею і ріднею сією своєю, Україно, рідна мати, чом не хочуть сини твої дбати про твоє повсякденне життя. И счастливо твое майбуття. Понимаете, обидно за Украину. Вот поэтому я пишу, коли ж будут сыны твои дбати про наше с вами життя. Особенно затронули Валентину Ивановну последние события, происходящие у нас в регионе. Она не может смотреть и слушать без слез о том, как гибнут люди, как брат идет на брата. Я каждый день плачу. У меня это ж еще нас не касается. А люди гибнут. Это ж не букашки, таракашки. Мы ж какие-то цели имеем. Вот выпускники, они должны стремиться к чему. Мы-то свою жизнь уже прожили. Свое беспокойство и неравнодушие поэтесса выражает в стихах. Они ее отдушина. О, люди. Мы чи не люди мы? Куди мы йдемо? До світла чи тьми? Чого нам ділити? Скажіть, бо чого? Одне у нас сонце, то може його? Одне у нас сонце і земля одна, але все ж між нами дружби нема. Чому по землі моїй бродить користь? Чому я й досі, що було і колись? Хай світить нам щастя барвисто і щиро, і зве всі народи до дружби і миру.